Добрый день. Сегодня у нас на распаковке розы из питомника Звягинцевых. Это первая часть. Мне выслали две посылки. Возможно, из-за того, что я делала заказы. Приступим. Так, ну, с первого вида я вижу уже даже почерневшие побеги есть частичные. Казалось мне, в том году были они гораздо лучше. Заказ я сделала 4 июля. Блог я свой начала вести где-то с 6 июля. И, соответственно, как уже некоторые считают, что мне высылают как блогеру розы, это не так. Высылают мне точно так же, как и всем. Ну, если такие тонкие розы это японки, то в целом ничего страшного. Подарком дали неизвестный сорт. Роза Вальстайм. Розаман Джанон. Миранда. Ну, прям совсем тонкие побеги. Любой. Роза Тесс. Аметиста. Конечно, у роз Звягинцевых очень удобно тем, что они сразу изображают фотографию, как выглядит роза. При посадке это удобно, если вы забыли, как выглядит роза и какого она цвета. Корни немного подсушены. Грунт немного суховат, ну, влажный, конечно, но суховат все же. Буду замачивать на сутки в корневине. Пиано, возможно, самый толстый саженец из этого всего, из всей посылки. Еще один блюбой. Прикспи Джей Редуд. Вот как раз у него черный побег есть.
Алисар, принцесса финикийская. Дэнихан. Вот здесь вот, смотрите, пошел побег новый. Очень шипастая роза. Мемориал Дэй. Насколько я помню, новозеландская роза. Очень тоненькая. Корневая тоненькая. Мэри Роуз. Тоже неплохой саженец, достаточно толстый, упитанный. Корневая хорошая. Грейс. Констанс. Ля Роз дю Пти Пранс. Прайтон преджудис. Доктор Джо. Итак, что могу сказать? Несколько роз питомника Звягинцева достаточно в хорошем состоянии и достаточно жирненькие. Но процентов 70 роз очень тонкие являются. У них тонкие стебли. Вот. Ну, я не знаю, миллиметра 5-4. И большинство стеблей, даже вон вообще, посмотрите, миллиметра 2. И не то чтобы здесь прям... Тут, по-моему, вообще нету японских роз. Заказ, видимо, с японскими розами еще едет. По цене. Сейчас покажу. Так вот вышло. В целом, саженцы неплохие, но в том году были гораздо толще. В том году я заказывала у них, мне кажется, всего лишь саженцев 5. Возможно, просто были такие сорта, которые вышли достаточно толстыми. Будем смотреть. Здравствуйте! Сегодня мы распаковываем вторую часть из питомника Розы Звягинцевой. Начнем. Посылка ехала 4 дня.
Подмосковье, из Воронежа. К нам присоединилась булочка. Японская роза Sunset Memory. Вестминстер Эбби. The Prince. Александр Маккензи, канадская роза, Мэджик Сильвер. И кафе. Glorious Babylon Ice. For you ice only. Claire Rose. Айсберг. Одиссей. Салли Холмс.
Prairie Joy, канадская роза. И Eye to Eye, мускусная гибрид. Добрый день. Сегодня распаковываю три ириса из подворья. Сегодня 31 августа. Вот такую упаковку упаковано. Три ириса. Цена на них не маленькая. По 1000-1500 стоит каждый ирис. Ну, честно говоря, за такие деньги, такие ирисы даже стыдно было бы. Только этот более-менее толстый. А это подворье. От Ворошиловой гораздо лучше пришли ирисы. Ну, делать нечего, будем сажать. Сорта Evening Drama. Florentine Silk. И Lady of the Night.